друзья! Меня зовут Ольга Смирнова, я партнер компании Greenway, и сегодня у меня для вас потрясающая новость. Я хочу поделиться с вами новым уникальным продуктом, с которым сама недавно познакомилась, получила уже очень много результатов, влюбилась в него. И знаете почему? Потому что считается, что все полезное невкусно, а я нашла очень вкусный и полезный продукт. Это последние разработки компании Greenway, Hillsbury. Это растворимые напитки, необычайно вкусные и полезные, повторяюсь. Значит, в основе, в чем ценность этих напитков? В основе там каждого напитка, а их 6 видов: очищающий, тонизирующий, иммунный, слим, улучшающий обмен веществ, успокаивающий и диуретический для нормализации функции почек. Так вот, в основе каждого напитка содержится тримарин комплекс. Что это такое? Это комплекс, который выделен из молок осетровых рыб, плюс содержит полисахариды хитозана, очень мощный энтеросорбент, да, для нормализации жирового обмена, в том числе используется, и плюс аминокислоты и альгинаты бурых водорослей, то, что веками накапливается на дне морей и океанов и очень полезно для нашего здоровья. Так вот, этот тримарин-комплекс, он, что он делает? Совершенно недавно я разговорилась с практикующим врачом-генетиком, и она посетовала на то, что сейчас практически не найти человека с неповрежденной, со здоровой молекулой ДНК, где хранится наша наследственная информация. И вот она нашла вот этот вот способ, вот эти вот напитки, она сказала, что они вообще бесподобные, они уникальные, они очень эффективные именно для восстановления поврежденной структуры ДНК. Потому что если говорить просто, то они содержат короткие цепочки нуклеиновых кислот или аминокислоты, которые восстанавливают вот эту вот структуру ДНК. Плюс к этому они содержат целый комплекс витаминов, минералов и полезных веществ. Очень стильные, красиво упакованные. Вот открываешь такую вот коробочку, где находится 14 саше, стоит 440 рублей эти 14 саше. Получается один напиток в день, это 31 рубль. По своей эффективности его можно сравнить со стаканом свежевыжатого сока, который стоит 200 рублей, не меньше. Во всяком случае, у нас в Петербурге, думаю, что и в других городах также. Но свежевыжатые соки сейчас рекомендуют пить очень осторожно, потому что там содержится высокий процент сахаров, глюкозы, и они способствуют подъему сахара в крови. Здесь содержится натуральный подсластитель, стевиазид, стевия, да, которая придает приятный вкус и не провоцирует повышение уровня глюкозы. Значит, кроме того, вот, как принимать, да, вот я сейчас возьму напиточек детокс, да, вот этот одно саше, растворяем в водичке холодной, да, они, ну, как бы я их называю соками на самом деле. Вот, растворяю в стаканчике воды, в течение 2-3 минут настаивается, там может такой выпадать осадочек, это ничего страшного, потому что вот альгинаты, они могут, ну, такой желеобразной консистенции быть. 2 минуты настаивается, потом снова размешивается и с удовольствием принимается. Ну вот, очищающий он такого нейтрального, потому что он сделан на основе алоэ и крыжовника. Вкус у него достаточно специфический. Вот, но я его полюбила, учитывая, что это очень, ну, как бы ценные компоненты для моего здоровья. Безусловно, самый мой любимый вот как раз это диуретический и успокаивающий, да.
Почему? Потому что профилактика заболеваний почек – это очень актуально. На самом деле, очень многие люди не знают о том, что у них имеются проблемы с почками. Вот, как говорят врачи, почки не болят, а от болезней почек умирают, потому что они тихо-тихо болеют. И обязательно каждому человеку, я считаю, нужно поддерживать функцию почек. И вот этот диуретический напиток очень вкусный, на основе брусники, ревень. Он такого будет красненького вида. Вообще обожаю очень многие. Вот я снова, вот оно такое немножечко как желеобразное, да? Очень вкусный, прям. Но самое главное, не просто вкусный, а эффективный такой немножко. Знаете, если кто пробовал алоэ, да, вот этот вот вкус такой специфический, да. У меня уже несколько результатов моих друзей, которые, используя вот этот напиток, очищающий напиток, который я приготовила, и слим для улучшения обмена веществ, да, потеряли по 2 килограмма за неделю. И плюс ко всему у них образовалась талия, что очень приятно, они очень довольны результатом. Кроме того, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, они чувствуют в животе очень приятные ощущения, да, нет никаких вот побочных явлений, они просто говорят, музыка играет в животе после приема вот этого напитка детокс, очищающего. Очень рекомендую, сама обожаю и хочу, чтобы как можно больше людей поддерживали свое здоровье с новыми напитками Хелсбери.